Яркая, дерзкая, откровенная и не похожая на всех, Мари Краймбрери представила на сцене легендарного клуба «Адреналин Стадиум» свое новое шоу «Мелкая здесь». Мари Краймбрери начала писать стихи спонтанно и уже в 15 лет выпустила свою первую книгу. Однажды артистке предложили спеть в группе, для которой она ставила танцы, и после Мари всерьез задумалась о музыкальной карьере. Своими первыми треками исполнительница делилась в сети, где мгновенно собрала армию поклонников. Сейчас Мари Краймбрери на своих концертах собирает тысячи фанатов, которые поют, плачут и танцуют вместе с ней. Для меня важны эти песни были, которые я сегодня презентовала. Особенно песня «Пряталась в ванной». Это одна из моих самых любимых написанных. Я, помимо того, что исполняю песни, я их пишу. И для меня, как для автора, песня «Пряталась в ванной» — это прям моя супер-супер история. Самые просматриваемые клипы Мари Краймбрери набирают миллионы просмотров. Видео на песню «Мне так хорошо» посмотрели более 9 миллионов раз. Клип на песню «Палево» посмотрели более 8 миллионов. А видеоработу на «Тату» — 14 миллионов. В марте 2018-го эта миниатюрная, обаятельная и целеустремленная блондинка выпустила альбом «Переобулась» и с тех пор собирает большие концертные залы. А ее новые хиты «Аморе», «Мне так хорошо» и «Я твой клад» запустили новую волну популярности артистки. Специальными гостями концерта стали Гуф, СТС, а также Анна Плетнева и поющие диджеи Love Radio «Красавцы». У меня нет таких знакомых, друзей или таких людей сегодня на сцене, с которыми приходилось бы заранее договариваться, узнавать даты, выполнять какие-то райдеры и так далее. Это люди, с которыми у меня есть совместные работы, с которыми мы их сделали по дружбе, а не по бартерным условиям. Поэтому они все с огромным удовольствием согласились, когда мы обсуждали только идею того, чтобы просто сегодня все вместе встретиться. За прошедший год молодая, но дерзкая Мари сумела поломать всевозможные стереотипы, доказав, что понятие «формат» для нее не существует. Ведь она на все 100% честна со своим зрителем и в первую очередь сама с собой.